Вітаю вас в ефірі «У світі здоров'я». І сьогодні до нашої студії завітали Морозов Ілля Володимирович, керівник мережі пекарень, кав'ярень, кондитерських булочки, та Сидоренко Діна Григорівна, технолог. Здравствуйте, раді вас вітати. Здравствуйте. Розкажіть про історію створення вашої мережі. Примерно 4 роки назад, якраз у нас юбілей 30 апреля, ми відкрили першу пекарню по адресу Канатная 100/2, це на першій станції Фонтана. Причина была простой. Не было качественного хлеба в основном в Одессе. И хотели сделать что-то вкусное для одесситов, ну и для нашего района, города. И начали с качественного хлеба. И его делаем по сей день, стараемся делать самые вкусные на районе и в городе. А расскажите про историю такой смачной назвы булочки. Что связано с этой назвой? Мы думали, что это простое для населения, чтобы это не было что-то замудренное. Просто булочка. Все привыкли к такому простому слову, как в детстве. Возьми булочку и все. Очень просто. А какой ассортимент товаров вы на сегодняшний день можете запропонувати покупцю? Ну, на сегодняшний день мы можем предложить несколько направлений по ассортименту. Это хлеб, разновидности хлеба. Это кондитерские изделия. Это изделия из слоеного теста. Это салаты, это всевозможные сэндвичи, это круассаны, это чиабаты, напитки всевозможные. Дуже смачний ассортимент. А розкажіть взагалі, що є основою рецептури кожного продукту? Ви як технолог, дуже так, цікаво. Так, так, так. Основой любой рецептуры – это качественное сырье. В первую очередь основной компонент наших рецептур – это, естественно, есть мука. Поэтому все зависит от качества муки. Если мука соответствует всем показателям, то и сырье, вернее, и булочка, ее вкусовые качества, внешний вид будут соответствовать всем параметрам. Поэтому основное – это мука. Ну, не исключено также все остальные составляющие, которые входят в состав. То есть основа булочки, это, вернее, основа рецептуры – это качественное сырье. А чи важко було обирати, яку саме продукцію, наприклад, яку муку саме обирати? Чи були у вас якісь там проблеми на початку, може, не ту муку обирали? Ну, ми прийшли к поставщику, з яким працюємо 3 роки, до цього ми пробували. Бывали, вернее, були інші поставщики, але на даний момент 3 роки працюємо з одним і тим же поставщиком, і нареканий нет по качеству. Тобто ви знайшли кращу продукцію. Да. Я добавлю, для нас дуже важлива стабільність нашого поставщика, тому що наш гость хоче прийти і отримати одне і те ж кожен день, щоб це було вкусно, щоб воно піднялося, щоб хліб був еластичний, як завжди, щоб він був пишний або насичений вкус. Це все залежить від сырья. Якщо ми будемо кожен день міняти поставщика, то це буде плохо. Тобто ми з року в рік, несмотря там, на ціни, несмотря на що, ми працюємо з тим же поставщиком, щоб всім було все стабільно. А розкажіть про продукцію для діабетиків, дітей чи людей похилого віку. Чи враховуєте ви їх побажання? Так, звісно. Є определені сорти хліба, які, ну, скажімо так, не всі його покупають. От стандартно білий хліб, ржаний хліб – це такі основні сорти хліба. Робимо ще хліб бездрожжевий. Несколько, в частности, 3 вида. Делаем ржано-пшеничные сорта. Люди, которые болеют некоторыми видами заболеваний, они предпочитают сорта хлеба, в котором преобладает ржаная мука. Делаем также морковный хлеб, гречневый хлеб. Ну, то есть любой человек, который к нам может прийти, он может выбрать хлеб на свой вкус, на свои потребности. Для детей предпочтительнее сдоба, где нет начинок. Это такие, как плюшка, бублик, ватрушка с творогом, которые считают мамочки большинство, что это для них детей безопасно. Так, добре. А розкажіть про зараз пост регіонний, він підходить до кінцю вже. Розкажіть, чи є у вас продукція для поста? Да, конечно, є багато видів пирожков, які ми спеціально к посту выставили на продажу в приоритете. Это и с капустой, и с тыквой, и с яблоком, и с горохом, и с повидлом. В состав теста для этих пирожков не входят жиры, в частности маргарин, масло, только растительное масло. И поэтому мы предлагаем их к посту. А на Великдень чем вы здивуете ваших покупцев?
Ну, на Великдень у нас в этом году Пасха. Помимо традиционной Пасхи, которая с изюмом, мы в этом году предлагаем Пасху с вяленой клюквой, с вишней, с шоколадом. Пасхи готовим на опаре. Опара состоит из молока. Поэтому хотим удивить. Ну, це, напевно, дуже смачно. Да, ми сьогодні вже дегустували, тесто дуже еластичне, вкусне. Якщо розрізаємо, то шоколад прямо витікає. Це необычне изделие, яке би советували всім попробувати. І ми в нього вложили всю душу і працювали над ним місяць. Розкажіть, де знайти ваші магазини? Смотрите, у нас в даний момент 4 пекарні. И самое главное, это для нас новость, мы открыли сейчас Привокзальная площадь 2. Это прямо перед ЖД вокзалом нашего города-героя Одессы. Большое двухэтажное здание, пекарня-булочки так и называются. Канатная 100/2, это первая станция фонтана возле пищевой и аграрной академии. Есть на Заболотного 26/32, это областная поликлиника, которую все ездили, наверное, в детстве или раньше. И есть Королева 76 напротив Южного рынка. В каждой из этих пекарней у нас есть большой ассортимент выпечки, кофе. Отдохнуть можно, присесть и, конечно же, на Пасху взять Пасхи. Також номер телефону 095-838-1934. Впродовж програми ви бачите адреси та номер телефону на ваших екранах. Розкажіть, будь ласка, на свята, які у вас є пропозиції кондитерських виробів? На праздники можна заказати торт. Много видов тортов, которые делаем не только в продажу в наших заведениях, но также и на заказ. К тематическим праздникам, например, Рождество, мы делаем большой ассортимент калачей. Калачи классические, калачи с шоколадом, калачи с маком. Много наименований. Также вот Пасха, праздник. Предлагаем куличи. Будет, в этом году у нас будет 3 вида классических и 2 вида вкусных. Незвичных таких. Незвичных, так. Также на праздники заказывают пирожные, на праздники заказывают всевозможные булочки, обращаются к нам школы иногда. Сотрудничаем мы на постоянной основе со школами. То есть, если какое-то свято у дитини, можно на весь класс замовити смачненькие смаколики. Хотели бы акцентировать внимание, что мы десерты первопоставляем во многие там кофейни, пекарни маленькие, которые не могут сами производить. То есть мы возим по городу торты, они выставляют на там реализацию себя, и мы гарантируем качество, оно вкусное, и это самое важное. И мы не добавляем никаких там, не знаю, вредных веществ в торты, как делают многие, чтобы сэкономить на производстве. То есть мы гарантируем, что оно стабильное и качественное. Так, це дуже важливо, що немає нічого шкідливого. А розкажіть, от корисні продукти, що ви саме вкладаєте в зміст цього терміну? Смотрите, корисні продукти – это, знаете, как веяние, там, например, в моде есть направление одно, второе, третье, но классика остается всегда классикой. Поэтому в нашем производстве мы стараемся придерживаться классических рецептур. Это мука, вода, соль, дрожжи. Не добавляем улучшители, не добавляем эмульгаторы. Это, можем сказать, там, с гордостью, с уверенностью. Если есть качественная мука, этого не нужно делать. То есть много зависит от муки, качества изделий. Поэтому мы придерживаемся этих стандартов и не планируем уходить в сторону. Также используем натуральные продукты, фрукты, вишню, например, клюкву, смородину. Все это используем в наших начинках. Например, там, заварной крем для кондитерских изделий. Мы его делаем у себя на производстве. По классическому рецепту – это молоко, яйца, масло. А что вы можете порадить веганам? Чи є у вас для них продукция? Ну, веганы – это на сегодняшний день равносильно пост. Так. Поэтому мы эти изделия рекомендуем всем нашим гостям. А расскажите, для детей, что вы можете еще запропонувати? Найкраще, что полюбляют дети? О, дети полюбляют маффины. Дети вообще любят то, что им нельзя. Поэтому многие дети очень любят булочки с заварным кремом и шоколадом. Дорослые також полюбляют, если честно. Да, но многие мамы предпочитают там такие, знаете, без начинок изделия, чтобы не вредно было детям. Но учитывая, что мы делаем сами составляющие, поэтому большинство людей, которые к нам заходят с детками, это очень много постоянных покупателей, с уверенностью и со спокойной душой покупают булочки с кремом, с шоколадом, с начинками, потому что они уверены в нашем качестве.
Я добавлю, у нас основная аудитория нашей пекарни как раз мамы, особенно это на Канатной, на Королёва. И это гарантирует то, что их детям это нравится. То есть советуем попробовать. Давайте поговоримо про хліб. Це, напевно, найпопулярніший продукт, він є в кожному домі. Які види хліба ви можете запропонувати? На сьогоднішній день можемо пропонувати це класичні, це білий хліб, це батон білий хліб, білий вулкан, бездрожжевий хліб. Є ще також із бездрожжевих хлібів це ржаний бездрожжевий і луковий бездрожжевий. Зараз багато предпочитають бездрожжеві хліба, вони приготовлені на кисломолочній закваски, тому вони предпочтительнее нашими гостями. Также готовим наши хлеба, такие, знаете, много лет известные, это бородинский, это мультизлаковый, это морковно-злаковый, это гречневый, это хлеб схидный, в состав которого входит растительное масло, которое не черствеет долго, не плесневеет. Ржано-пшеничные сорта многих видов, это где пропорциональность муки ржаной и высшего сорта, первого сорта 60 на 40, 30 на 70. Вот так. А расскажите, чи є у вас доставка, або може ви плануєте в майбутньому робити доставку додому? Да, у нас є доставка від кожної торгової точки, це 3 кілометри з допомогою компанії доставки Glovo. Она, мы с ней сотрудничаем, она доставляет. То есть каждый дом, кто не хочет выходить там в плохую погоду, как, возможно, сегодня у вас, может получить доставку и быстро. Замовити в телефоні та отримати вже смачний гарячий хліб додому. Так. Це дуже, мені здається, комфортно буде людині зробити. А розкажіть, які кухні ви віддаєте перевагу? Славянська наша, вкусна і саме. З хлібчиком, так? Да, борщ з бородинським хлібом, з чесночком, це, мабуть, найкраще рішення. Советую попробувати. І ще бородинський з тюлечкою. Да, да. О, так, по-одеськи, по-справжньому. А розкажіть про ваші плани на майбутнє. Плануєте розширюватись? Да, мы планируем расширяться. Первое, что мы хотим еще расширять ассортимент, потому что тем там, тысячам гостей, которые в день нам приходят, им хочется больше ассортимента, мы стараемся им угодить. И после этого мы хотели бы открыться поближе к каждому району города. Например, у нас еще нет на Молдаванке, мы уже и там подыскиваем место, мы там на поселок разрастается, хотим найти места, чтобы каждому можно было угодить и каждый мог что-то заказать. А здорова и корисна випічка, что саме вы вкладаете в цей взагалі термин? І розуміння ваше. Здорова і корисна випічка – це випічка, зроблена з любов'ю. Це якісна випічка, це красива випічка, це полезна випічка, в якій присутствують натуральні інгредієнти, яка зроблена от зараз, вовремя. Ми робимо випічку, знаєте, 3-4 рази в день, от скільки треба, для того, щоб наші гості завжди змогли зайти в будь-яке час дня і приобрести свіжу випічку. А розкажіть, чи є у вас в асортименті, наприклад, піца або бургери? Виготовляєте таку продукцію? Піци. Піци робимо, так? Піци у вас є, так? Готуємо піцу. Да. Бургери – ні. Ми печемо піцу, тому нам її легше робити, тому що у нас будуть стоять великі печі. Робимо її з хороших інгредієнтів. А бургер потрібно жарити, це вже масло, це вже не хотілося б додати в пекарню, тому що це не такий полезний продукт все-таки. А розкажіть, які начинки є у булочках найсмачніші? Що можете запропонувати? Це хороший вопрос, на самом деле, ви підняли, тому що от ми моніторили нас і там наших сусідів, грубо говоря. І дуже важливо, щоб люди звертали на качество начинки, те, що ми раніше сказали, це вишня має бути натуральна, тобто має бути цільне там зерно, грубо говоря. Вона має бути без косточок, а буває в каких-то там пекарнях или в заводах просто повидло кладут, в котором оно просто размешано, там краситель и вода, и это невкусно. И плюс к этому количество начинки, то есть мы с уверенностью можем сказать, что у нас очень много начинки в булочках, и мы не экономим на наших гостях, и при каждом вкусе чувствуется, это не тесто, что вы едите начинку, и это сочно, это вкусно. То есть вы не просто пришли, вам не понравилось, вы пришли, вам понравилось, вы оставили хорошее настроение у нас. А що, от мені дуже цікаво, ваш фаворит у вашій продукції? От найбільше ви полюбляєте? Що саме? Я можу сказати одразу. Це булочка з заварним кремом і шоколадом. Її обожаю, возимо і дітям, возимо і знайомим, тому що це наш хіт. Вона саме сочна і вкусна. А у вас? Можу сказати, сосиска в тісті. Дуже вкусна. У вас, напевно, дуже смачна продукція, ви так розказуєте, дуже апетитно це все звучить. Розкажіть, будь ласка, ще взагалі, от у вас виникла ідея,
сварити. Ви пояснили, чому. А взагалі, от як до цього прийшли? Це, напевно, було важко з нуля починати власний бізнес? Ну, не зовсім з нуля. У нас є ще владельці бізнесу, тобто ми не єдині в ньому, я руководитель. І почалося з того, що ми купили франшизу. Франшиза – це частина бізнесу там, в Харкові, просто фастфуда. І він відпрацював некоторе кількість часу, але в Одесі він не пішов, тому що непонятний продукт. Там, в Харкові понятен, а в Одесі непонятен. І ми вирішили зробити щось похоже і понятне для наших громадян. И мы пришли к пекарне, ну, то есть с каким-то опытом, мы начали это делать. Первые два года обжигались. Дина Григорьевна там помогала, она все делала. Она с большим опытом все сделала. Це дуже класно, що у вас така дружня команда, і ви один одному можете допомогти в будь-який момент. А розкажіть про продукцію для людей, які переймаються через зайву вагу, наприклад. Вони не хочуть схуднути. Що вони можуть у вас поїсти? Чтобы не поглядчить. Мы можем предложить им хлеб фитнес, в который не входит жир. Туда входят полезные компоненты. Это лен, кунжут, пшено, мука, отруби. То есть как бы эти компоненты не способствуют жироотложениям, поэтому можем предложить такой хлеб. Можем предложить чиабату, которая приготовлена по итальянскому рецепту. Она готовится очень длительное время, она выстаивает определенное время, за которое образуется кислотность теста, благодаря чему получается структура чиабаты такая рыхлая, это тоже способствует. Также большой ассортимент салатов, которые можем предложить для наших покупателей. Что добавить? Я бы добавил, что можно всего, но в меру, да. И до 6 вечера. То есть самое главное, чтобы гости, которые придут к нам после этого, они приходили до 6, если они хотят похудеть, и можно всего по чуть-чуть. А тем, кто в форме, так сказать, и не волнуется за это, у нас есть скидка минус 40, минус 50% в зависимости от торговой точки. То есть то, что мы выпекли днем, чтобы это не осталось на ночь, мы продаем большие скидки, минус 40, минус 50. Это даже не в заработок, это просто мы, грубо говоря, отдаем там, по цене сырья. Но зато люди могут это взять, то, что выпекли днем, но чтобы у нас это там, не списалось, не отдалось. И мы продаем это. Если все же случается такое, что у нас осталась выпечка, то мы сотрудничаем с благотворительными фондами, мы отдаем это уже им, и они там могут кормить то есть, там, людей без определенного места жительства, либо там бывает более, ну, не более свежее, свежее мы отдаем интернаты. То есть сотрудничаем с такими фондами. Ну, це у вас дуже добра ідея. Молодці, що так робите. Діна Григорівна, розкажіть, давно ви займаєтесь технологією виробництва саме виробів з тіста? Так, давно. Я училась много лет назад и никогда не думала, что это будет моей такой, знаете, основной профессией. Ну, так получилось, что пришла в компанию и поняла, что это действительно мое. Благодаря этим людям, молодым людям, с которыми я сотрудничаю уже 4 года, знаете, многое поменялось в жизни, поменялось мировоззрение, поменялось восприятие жизни как таковой. И поняла, в конце концов, что это действительно то, что я бы хотела делать оставшуюся свою жизнь. Це дуже добре, що ви отримуєте задоволення від своєї роботи. Це важливо, мені здається, дуже в житті. А вам подобається ваша робота? Да, мені подобається. Я вже давно працюю. Я взагалі з Харкова. Переехал к ребятам, которые открывали эту пекарню там 5 лет назад. И мы с ними до сих пор, и нам вместе нравится комфортно работать. Дина Григорьевна вместе с нами. И все отлично. То есть на одном месте такое длительное промежуток времени, это значит, что есть стабильность, есть над чем задуматься. Номер телефону 095-838-1934. Також адреси булочків знаходяться на Канатній 100/2, Привокзальна площа 2, Заболотного 26 та Королева 76. Продовж програми ви бачите на ваших екранах, встигніть записати. Мы бы хотели добавить, что у нас не только выпечка, у нас есть кофе хороший, натуральный. Мы используем там одно из лучших зерен, то есть не, там тоже не экономим. У нас 100% арабика. На некоторых пекарнях есть разделение арабика там более темной обжарки, более светлой, которая подходит разным людям. Кто-то любит покрепче, чтобы кофе был горький, а кто-то любит наоборот помягче. То есть мы стараемся под аудиторию нашу подстроиться.
Это по поводу кофе. По поводу сэндвичей, мы тоже там сэндвичи, салаты, тача. У нас там сэндвичи с сыром дорблю и курицей сувит. То есть это сувита, которая курица варится долгое потому что времени и сохраняет все свои полезные свойства. У нас есть с томленой свининой, то же самое, это сохраняет все свои полезные свойства. То есть мы в каждый продукт вкладываем время, вкладываем душу, его стоит попробовать. В зимнее время у нас большой ассортимент натуральных чаев. Это имбирный чай, он приготовлен с медом. Это малиновый чай, для этого используется свежая малина, которая в соотношении с сахаром мы делаем концентрат. В летнее время мы предлагаем большой ассортимент лимонадов. Это и мохито, и малиновый, и на основе мороженого, и с добавлением фруктов, банан, яблоко, мюсли, хлопья. Так что приходите. И сейчас мы добавили еще к напиткам то, что Дина Григорьевна перечислила, там лимонады на натуральных пюре. Мы добавили еще смузи для людей, которые там или на ПП, то есть в правильном питании, либо просто хотят поесть жидкого, грубо говоря. На ПП у нас идет с петрушкой, яблоком, бананом, а смузи идут там с клубникой, смородиной, манго мы добавляем. То есть каждому есть что найти у нас. А расскажіть, чи є можливість у вас замовити на весілля, наприклад, торт чи капкейки для гостей? Робите такі замовлення? Да, каравай, наприклад. Да, каравай на весілля. Ми робимо і каравай, Дина Григорьевна лично за каравай береться, щоб це було вищого качества. Вона вкладає всю любов. Ми робимо і капкейки, ми робимо і торти, тобто обговорюємо це все з людьми, яким це потрібно. Вони розказують всі свої бажання, ми говоримо, що ми можемо це зробити і стараємося це все максимально виконати. Тобто під кожного вашого клієнта ви можете зробити індивідуальний заказ, так? Я розумію. Так. А які види караваю є? Чи один є такий стандартний, класичний? Нічого. Ні, не один. Є класичний, звичайний каравай, є люди, требують, просять, хочуть. Це кілька ярусів каравай. Є, предпочитають рози, є, предпочитають колосся з листями. Тобто індивідуально підходимо до заказу. І це все вручну ви робите? Це дуже длительний процес. Це процес не одного дня, тому що тесто має визріти, яке випеклося, його потрібно. Оно должно отлежаться, только потом мы приступаем к украшениям, поэтому это туда нужно вложить душу, время. А поэтому... ви вже сказали, що до Великодня будете випікати паски. Ще раз розкажіть, будь ласка, про них. Давайте я расскажу. У нас есть классические паски, те, которые все привыкли с детства с классической посыпкой. Мы в нем положили изюм, то есть это классика, но положили много изюма, чтобы все, кто едят, в каждом кусочке почувствовали его. Есть у нас паски на, так сказать, выход, то есть все идут в гости, все хотят красиво принести в гости. У нас есть одна украшенная лаванда, и внутри у нее вяленая клюква, у нее изюм, и очень вкусное и пышное тесто. А есть вторая, она украшена уже золотыми бусинами специальными, кондитерскими. Внутри у нее шоколад, который, если разрезать, растекается, идет с вяленой вишней. То есть при каждом вкусе есть контраст вкусов, это вишня и шоколада, это дополнительная эмоция. Вы разрабатываете рецепты? Чи де вы находите взагалі такі смачні рецепти? Ну, рецептов сейчас очень много, поэтому не проблема взять рецепт, но важно каждый рецепт отработать, если есть какие-то предпочтения наших гостей, учесть эти предпочтения. И сделать хлеб такой или булочное изделие, какой хочет гость. Поэтому берем классические рецепты, добавляем, слушаем, воспроизводим и получается то, что имеем. Мы подстраиваемся под каждый район города. То есть, к примеру, если на Королёва больше семей, мы делаем больше хлеба, больше видов хлеба, чтобы могли люди взять домой. А если, к примеру, на Канатной у нас больше студентов, то мы уже постараемся, наоборот, под сладкую выпечку, то, что они любят. На Заболотной уже делаем что-то более полезное, потому что там больница, это бубликов больше, это больше плюшек, это больше того ассортимента, который можно видеть. Там сухарики, к примеру, у нас есть, которые не сладкие, чтобы люди, которые, на, там, к примеру, гастрит у них, они могут их есть. А тобто ви під кожну вашу точку підбираєте продукцію, яка потрібна саме у тому місці? Максимально, так. Да. Це дуже класно, що ви таке робите. На жаль, наш ефірний час вже закінчився. У вас будуть побажання нашим глядачам? Хотілося б пригласити тих, хто у нас не був. Приходіть в наші булочки, пробуйте наші ізделі, наслаждайтесь і получайте удовольствие.
Хочется, чтобы каждый гость, который к нам придет, понимал, что можно купить хлеб, может быть, где-то более дешевый, но из чего он сделан, и сколько он пролежал, или где он ездил, это непонятно. А если вы приходите в пекарню, там, где пекарь, которого вы можете увидеть, там, к примеру, через открытую кухню, через стекло, увидеть его руки, увидеть, как он работает, чем он одет, и вы же понимаете, из чего этот хлеб сделан, вы же понимаете, насколько он будет вкусный и сколько в него души вложено. Велике вам дякую за корисну та цікаву бесіду. У нашій студії був Морозов Ілля Володимирович та Сидоренко Діна Григорівна. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе!